Давайте пока. Только надо не гавкать, вот так вот. Гав-гав. Да? А надо ау-ау. Ау-ау. Перепады, знаете, как вот человек, который страдал давлением, переходит в настроение и начинает бегать. Конечно, у него будет давление изменяться, да? Он это будет чувствовать и ощущать. Точно так же и здесь. Мы пранаямой вот этой вот занимаемся, по сути дела, только славянской, ну, так скажем, грубо говоря. Вот. Просто тренируем. Итак, выглядит это вот так вот.
появляются такие вот закрепы какие-то, вот, но они потом уходят. Вот. А чтобы закрепы в частности убрать, и знаете, есть еще такое совместное действие, упражнение. Вот те, у кого бронхиальная астма, или у кого, к примеру, ну, кто-то бросил курить или собирается бросить курить, чтобы побыстрее удалить все смолы и гарь, всю эту копоть из легких, или кто хочет объем легких увеличить, вот это упражнение называется гомерический смех. То есть надо вот так вот, я покажу сначала, то есть берете гомерический. То есть вот, но добавляете здесь вот, когда на выдохе уже, после вот этого, то есть здесь еще дополнительно вибрацию, мы крякиваем как бы там, не так. Столько, сколько нужно.